Здравствуйте, все зрители, подписчики моего канала. Глядите, кто к соседям пришел. Это мама кошка. А это... Гляди. Это дочка, насколько я понимаю, поскольку она тоже такая же, только более пушистенькая. Там черненький, там рыженький и еще один черненький. Муть, 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 муть. Мути, мути, муть, 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 мути. Вот какая. Я нашла кого. Она не знаю, соседка даже не знала, не знаю. У одного соседа такая была кошка, это я помню. Ну, теперь посмотри. Вон и сколько. Собака, боюсь, как бы ее ничего не сделала. Ну, вроде даже нюхала. Может, она у них и тона и окатилась. Не знаю. Ладно, мне надо где полно сейчас с этими кошками. У самой там я бы взяла одну. Не буду брать. По-моему, еще опять заразиться чем. Такие толстенькие, упитанные. То маленькой. Кто ты, девочка или ты мальчик? Не знаю кто. Но там точно девчонка куда-то ушла. Ладно, на этой такой веселой ноте пойду я домой работать. Всем пока.